Слышишь, что... Не-не-не, а ну еще раз. Еще раз. Слышишь, что случится? Да-да-да, где? Интересно, где? Где-где-где? Походу подписчики спалили твой адрес. И что делать, Джека? Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Джекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы снимаем эту серию. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Даже нет. Да, я пошел показывать, что я построил, пока, все, давай. Куда ты пошел? Я пошел показывать, куда? Что ты построил. А что там такое? О, стена. Ну ладно, иди показывай. Все, давай, пока. Так, ребята, ну, в принципе, добро пожаловать в новую серию троллинга. В этой серии я построил для Жеки что-то необычное. Если вы не знали, скажу вам по секрету, это еще никто не знает. Жека боится облысеть. Ну, честно, вот прям без шуток, Жека боится облысеть. То есть, в связи с тем, то, что он много раз красил свои волосы, то, что он там подстригал, типа, всякие прически, потом перекрашивал, обесцвечивал, он сейчас думает то, что он лысеет. Он, типа, каждый день вот так ищет, типа, ой, волос выпал, ой, вот тут залысина. И это реально без шуток. То есть, Жека боится облысеть. Поэтому в этой серии, ребята, я буду для Жеки делать небольшое испытание, скажу, Жека. Ты уже никак не сможешь себе отрастить волосы, поэтому тебе нужно обратиться к ведьме, чтобы создать специальное зелье, и она поможет тебе с помощью магии вернуть тебе волосы, ну или не поможет. А тут у него будет первое испытание, где ему нужно будет забраться вот в этот дом, где будет находиться помощник ведьмы. С него выпадет одна часть ингредиента для заклинания и также карточка, с помощью которой он может пройти вот сюда. А ему нужно будет найти вот в этом лесу один предмет, меч, но у него тут будут много всяких ловушек и много всяких развилок. То есть тут у него будет пися в сундуке находиться, тут у него тоже будет пися где-то в сундуке находиться, вот тут будет меч. Надеюсь, что он его сразу не заметит. И тут будет вход в сам вот этот домик, где будет находиться помощник ведьмы. Ну, он сюда зайдет и уже не сможет сюда выйти. Он сможет выйти через дом, если догадается, где там есть спрятанная дверь. Все, я вам не буду рассказывать, сами все увидите в троллинге, чтобы сохранить небольшую такую интригу. Тут также Жека будет собирать свои волосы, которые раскиданы на земле. Стефан его не будет бить в этот раз, я просто скажу. Жека, ты видишь, какой Стефан лысый? Ты хочешь быть таким же, чтобы у тебя был вот такой чубчик на голове? Не-не-не, поэтому давай возвращай себе волосы. Потом он заберется вот сюда наверх, тут у него будут... Вот тут стоит невидимый НПС. Тут невидимый НПС. Тут невидимый НПС. И вот тут. Если не верите, то я, ребята, вам даже сейчас покажу. Вот невидимый НПС. Как бы... Они его будут сталкивать вниз каждый раз, когда он будет тут пробегать. Ему нужно будет их убить. Правда, он не будет знать, где они находятся. Но даже если он сюда запрыгнет на самый верх, то в этом сундуке ничего не будет, он просто будет затроллен. И в конце концов у него вот тут будет ведьма, вот в этом доме. Он типа побьет ее, потом я заставлю его вот тут танцевать вокруг котла, чтобы сварганить зелья. Потом кидану у него вот этим зельями, нанесу ему немного урона. Но все же потом ему скажу, Жека, ладно, иди посмотри, что с тебя вышло, что с тебя получилось. Тут типа зеркало. Жека ничего не увидит, пока он будет смотреться в зеркало. Я сзади наставлю мину и скажу: нет, Жека, тебе уже никак не вернуть свои волосы. Поэтому, Жека, смирись, потому что ты будешь 17-летним лысым пацаном. И посмотрим, как Жека на вот это отреагирует. И давайте будем ждать, пока Жека там достроит. И будем начинать сам троллинг. Я первый говорю, да, я готов. Можем отправляться. Смотри, это моя золотая кнопка. Ой, что ты там? Что ты? А ну удали все. Ах ты в говно, удали все из инвентаря и включай. Ну, Жек, не-не-не-не, подожди, это для моего троллинга, вот. Че за зубники? Хватит, ты дебил! Ну ладно. Все, включай. Убирай все инвентаря, давай гемот 2 включаем. Может 0? Ну ладно, давай. И, пожалуйста, слушайте меня и не торопись, я тебя просто прошу. Хорошо. Проходи. Ой.
Так, что это такое? Добро пожаловать на твою квартиру. Это твоя квартира, где ты записываешь ролики, вот смотри, компьютер стоит, только лучше на него не тыкай, а то у тебя будет Майнкрафт. Я понял. Вот, и знаешь, Эдисон, собственно, ты пока располагайся, ты можешь пока... Я тут лучше полежу вот так. Я уже заснял сегодня, полежу. Я уже заснял. Ну ладно, полежи. Ай, ладно. Слышишь, что случится? Не-не-не, а ну еще раз. Еще раз. Слышишь, что случится? Да-да-да, где? Интересно, где? Где-где-где? Походу подписчики спалили твой адрес. И что делать, Джек? Че? Не-не-не, зачем? Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Подписчики! Беги, Эдисон, беги, срочно беги из дома, Срочно беги, они тебя тут убьют, беги, срочно убегай! Срочно, подписчиков, беги! Нет, не туда, беги, ты дурак! Обратно, не туда, обратно! Беги обратно! Жека, не меня тут! Ой, я никуда! Слушай, Эдисон, тебе не удалось убежать, и подписчики тебя посадили в тюрьму. Нет, удалось, ты просто меня предал, Жека, ты меня предал, а? Сказал мне неверный путь. Жека, мне удалось спрятаться, ты меня предал, Жека. Прощай, Эдисон, прощай, подписчики тебя уничтожат. Подписчики тебя убьют. Пока, I'll be back. Слушай, Эдисон, ты хоть и попал в плен подписчиков, ты знаешь, подписчики это все-таки не хейтеры, они тебя любят, но, знаешь, подписчики любят тебе ставить разные условия. Эти подписчики приготовили для тебя такие специальные испытания, которые они любят. То есть они смотрели прохождение твоих карт, вот и все остальное. Ну вот, но у них есть одно условие, они как бы готовы тебе разрешить пройти эти испытания, уйти от них, то есть они хотят покинуть, но они должны пойти с тобой. В смысле, куда со мной? Они с тобой хотят проходить вместе испытания. Ой, ну ладно, пошли. Ты потыкай еще на них, потыкай, они там тебя просят кое-что. Сам добавь друзья. Собственно, ты должен подарок вручить, а то никак не получится. Там у меня нет никакого подарка. Ну ты поищи, может, не найдешь. Да нету тут ничего, Жека. Какие скрытые проходы, посмотри, думаешь, что тебе скрытый проход, мне кажется, нету. Да, где-то есть, где-то точно не должен. Где-то должен быть, да, скрытый проход. Слушай, ты не тыкай, ты попробуй войти куда-нибудь, там, не знаю, в стенку, войти? Например. О! А, ну спасибо, да. Ой, что-то не получилось. Если сам поставить спаунпоинт, то ты будешь и не раз умирать, я тебя просто... Ты пахни, меня тут подписчик на меня напал, так. Ой. Да. Давай, Эдисон, ты должен взять подарочки. Срочно ты должен взять подарочки. Аккуратненько. Молодец. А теперь приручай, так сказать, подписчиков. Они будут проходить испытания вместе с тобой. Эдисунчик, сам ты Эдисунчик. Эдисунчик, а? Вот придумал так подарок, и тебе подарок. Так, все, я готов, Жека. Знаешь, любимое испытание подписчиков, это знаешь какое? Вот они обожают смотреть, как ты... Они просто обожают Эдисон, ну ты ради них, правда? Нет, я не хочу. Ну ладно. Эдисон, они не любят, когда ты умираешь, они любят, когда ты прыгаешь. Они как бы любят, но знаешь, больше любят, когда ты прыгаешь. Так что прыгай, Эдисон, прыгай. Прыгай. Да ты прыгай, не стесняйся. Ты не стесняйся. Да я не стесняюсь, ну просто я тут ищу, да? Опа. Так, что-то нет, не нравится. Как-то половину я прошел, когда все слишком просто. А чё подписчики, плывите. Давай, Эдисон, иди. Подписчик уже горит в лаве, ради тебя, только же ради тебя. О, подписчики. Подписчикам не понравилось, когда ты прошел паркур. В смысле не понравилось? Прошел, им не понравилось. Попробуй еще раз пройти, им просто понравится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! В смысле не понравилось, Жека? Все понравилось. Не понравилось. Попробуй еще раз. Как они? Они тебе ничего не сказали. Как тебе? Я прошел, все нормально, Жека. Они как бы говорят, если я с ними разговариваю, с телепатией, я с ними разговариваю. Ой, проходи. Все, это под... Им опять не понравилось. Эдисон, понимаешь, ты должен, когда прыгаешь, вот каждый твой прыжок, ты должен говорить им разные комплименты. Вот видишь, они ради тебя в лаве купаются, а ты им даже комплименты.
Иди ты нахуй. Давай, как... так, давай скажем, про так, что нужно хвалить подписчиков. Ой, а я опять горю. Так, подписчики, вы супер крутые. Охренеть, просто зашиб. Ой, я как они, ой, прям супер. Ну ладно, так уж и будет, так уж и будет, тебе понравилось. И знаешь, Айца, только сейчас не торопись, пожалуйста, не делай непроспешных движений. И подписчикам также нравится, когда ты проходишь разные выживания. Вот. Что-то вот у тебя открытый мир, ты можешь выживать. И тут у тебя есть вот сундучок. Вот там есть все необходимые вещи, можешь посмотреть. Да, 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 который вот сейчас взорвется. Не хочу я ничего тут смотреть, Жека, ничего не хочу. Не, просто ты выживать не сможешь, если ты не возьмешь вещи. Ой, ой, знаешь, ой, подписчикам так же нравится, когда ты срываешь. Нет. Куда я улетел? Ладно, в принципе, ты доказал, что любишь своих подписчиков. Молодец. Лучше не пали им адрес, а то действительно будет замечательно такая дичь. Ой, ладно, ну ладно, ладно. Ой, Жеку, у меня сегодня будет немного странное испытание для тебя. Это будет ну, очень странно. Знаешь почему? Мне уже страшно. Я расскажу твой самый огромный. Чего ты боишься, Жека? Вот скажи честно своим подписчикам. Чего ты боишься? Я боюсь высоты. А как мне их сейчас удалить, Жека? Я не хочу с ними сейчас спрыгнуть. Ты возьми вас. А что, подписчик? Он удаляет вас! Он вас удаляет! Не-не-не-не, это хейтеры, мне кажется. Так, Жека. Кто не знал, Жека. Ты не будешь на меня обижаться, если я это скажу всем. Прям просто самый главный я твой буду... секрет. Чего ты хочешь сказать? Короче, подписчики, если вы не знали, то Жека очень прям, очень прям боится облысеть. Это правда, Жека? Нет, это нет такого. Да, да. У меня волос куча. Да. Жека уже миллион раз красился, обесцвечивал волосы, стриг, перестригал, и он мне даже вчера говорил то, что вот смотрите, у меня вот тут залысина, вот там и вот тут волосы выпадают, поэтому да, у Жеки есть комплекс по облысению, поэтому Жека, мне кажется, тебе... Это правда, я как бы, я лысею. Это все гены. Да, это все гены. Короче, гены. В смысле, ты нормально вообще? Ну, ладно. Жека, короче, сегодня у тебя будет... Ты понимаешь, тебя уже ничего не спасет. Просто ничего. Ты уже лысый, старый, пень 17-летний, понимаешь? Тебе скоро вообще волос не будет. Поэтому все... Недавно я был школьником. Все, что тебя может спасти, это магия. Черная магия, понимаешь? Только... Гемо 2, да, включи. Только... Ты этого не видел! Ты этого не видел, понял? Так, Жека, поэтому ищи ведьму, ищи выход. В этом лесу страшные тайны хранятся, Жека. Поэтому тебе нужно найти кого-то, кто тебя пропустит и выпустит с этого леса. Кто мне волосы порвет? Да, не, ну а может быть, может нет. Ой. О! Ой, короче, тебе нужно найти помощника ведьмы, найти меч в этом лесу, убить помощника и выбраться с этого жуткого, просто страшного леса. А может там что-то было дальше? Ты не думаешь, что там есть что-то, Жека? Да ну нет, ладно, ну ладно. Ничего нет. Ага, тут есть дверка. Ага. А, помощник ведьмы! Пошел вон! Ай-яй-яй, Жека, ты чё-то как занубил. Ой, я подписчики твои нападают. Давай, Жека, значит, не там выход. Тебе нужно найти меч, чтобы убить его, потому что с него там выпадет много чего интересного. Жека, слушай, перепрыгни. Слушай, а как мне тут нельзя пролезть? Ну, перепрыгни, да нельзя. Нет. Ладно, я тебе помогу, Жека. Давай, ещё раз. Ещё разочек. Давай. Опа, давай. О, да чё ты, один блок не можешь перепрыгнуть. Давай. В смысле, я перепрыгиваю же. О, молодец. Ой, все нормально. Давай, ищи, тут может что-то быть, Жека, ой. Так, вот я вижу какую-то дырку. Так, ага, сундук. Палка, пись. Мне кажется, пись. Чё? Мне кажется, писать ты не надо. Мне кажется, Жека, писать ты не сможешь помощника убить, ищи что-то другое. Еще? Какая нахрен пись? Не, ну ищи меч. Ну обратно, значит. Какой меч? Только это только пися. Ну ищи в другом месте, значит. В другом? В смысле? И обратно возвращаться? Да, ты правильно понял. Ищи, Жека, ищи.
А может не там оно? Как, зачем ты туда идешь, если там ход в дом? Я вот это не могу понять. Я хочу твой, блин, там помощника сразу не... Аааа! Пошел нахрен, да пошел ты нахрен, да с писями, сейчас ты писи укокошу. Жека, ищи в другом месте, давай быстро. Да не там, ну куда ты идешь, а? Чё, куда? Ой, на крышу. На крышу нельзя, давай, давай. Да куда? Ой, нормально. Да ты идешь, туда нельзя, Жека, давай. Недоработка карты, недоработка. Так, нельзя туда. Еще одна пися! Я нашел еще одна пися! Еще одна пися! Так, ищи в другом месте, значит. Как бы там проход был дальше, я не знаю, почему ты возвращаешься обратно, ну ладно. Это тебе подсказка. Там нужны плиты! Так, что там есть? Еще одна пися! Три писи! Надо три писи! Жека, ищи внимательно, Жека. Внимательно! Обратно вернись! Внимательно ищи, просто очень внимательно. Наверх посмотри, дебил! Мне кажется, ты лысеешь, ты тупеешь немного. Все, я помню. С волосами у него уже немного башка тупела. Так, ладно, давай, возвращайся обратно. Иди убивай помощника. Давай. Ты ёкарный бабай! Я ничего не вижу! Горит, а я... Теперь я буду все видеть. Давай. Так, отлично, перепрыгнул. Давай, только аккуратно. Давай. Мне кажется, он очень сильный, Ой. Я ему сейчас писю ставлю. Ой, что там? Ухо волосача. Волосача? Давай, выбирайся отсюда, Жека. Какого нахрена волосача? Не знаю. Волосача, у которого волосы были. У тебя же их нету. А. Как ты перепрыгнул? Так я просто мастер. А, ты просто мастер. Ну ладно, давай, выбирайся. Учись, пока я жив. Выбирайся. Так. Жека, стоять. Жека, муж это... Мой, это... Поляна... С твоими волосами. Это воспоминание, понимаешь? Воспоминание. Знаешь, что тебе нужно? Где волосы-то? Это волосы. Для заклинания, у тебя уже есть ухо волосыча, да? И три писи, да. Заклинание, тебе нужно найти ножницы, срубить 16 кустов с волосами. Ну куда ты потопала? Куда? О, кида! Чё это было? Куда ты улетел? Стоп, а там какой-то невидимый NPC, я понял. Ой, Жека, куда ты полетела? Побежал, куда бежать? Жека, в первую очередь найди... Тут на этой карте тебе... Ну куда ты? Ты пэхнулся. Это чё ты меня ты пэхнулся? Так, а на этой карте есть три сундука. Понимаешь, Жека? Три сундука. Понял, я сейчас... Писи. Пошёл вон, писи. Ой! Да ёкарный бабай! Жека, в первую очередь подойди сюда. Сейчас, подожди, я умираю. Ты пэхнешь. Так, ты понимаешь, если ты сейчас не исполнишь вот это все заклинание, то ты станешь таким же, как Стефан. Видишь, лысым, страшным. Лысым, страшным. Так, молодец, убил. Ой, ничего нету. Ааа, да что такое? Да ничего. Да кто? Там никого нет. Значит, сзади зареспавнился уже кто-то. У них 3 секунды респавна, поэтому давай побыстрее, Жека. Чё? А почему ты туда идешь? Мне кажется, тебе нужно волосы добыть. Да! Как эти волосы добыть? Нет ножниц. Ну так ножницы, может, где-то тут на карте есть, поищи. Да я не там, по-любому. Да какого черта, я же бью туда! Он не бьет! Умри! Да! Колебал! Да убей! Ой, меч! Давай. Меч тебе еще пригодится, Жека, так что давай, побыстрее давай! Давай, я тебе помогу, я одного убил, давай. Да, и другого, давай, быстренько. А как тебе подняться? Давай. Ты меня заколебал, Шашек. Проходи уже нормально. Я понял. Давай, Жека. Так, все, ладно, это спидран. Давай, молодец. Я этого убил. Давай еще. Ох ты! Дай пошел ты в жопу! Вот что я тебе хочу сказать. Иди ты в жопу! Я останусь тут жить. А чё там, Жека, чё там? А ну расскажи, чё там было. А чё там ничего не... А потому что там ничего нет, значит всё на... тут, снизу. Я тебе сразу сказал 3 раза. Так кто тебя знает, ты меня постоянно обманываешь.
Так, ладно, ладно. А может Стефана убить? Под деревом ничего нет? А, мне кажется, да, попробуй Стефана убить, может там что-то будет. А под деревом ничего нет уже кого-то? Вот там что, вот там, чтобы там что-то вот есть, да? Так, все, добываю волосы. Да, давай. Волосы мои. И тут еще есть сундучок где-то, еще одна часть. Может водичкой где-то посмотреть? Подожди, 16 волос, что еще надо? Водичкой где-то есть сундук спрятанный, подсказочка тебе, ищи. Да, череп волосатого мужика. И попробуй Стефана убить, Стефана убить, с него выпадет. Ой, не получилось, ну ладно, не нужно убивать, значит. Так, Жека, Жека, тебе нужно войти в эту комнату. Подсказочка. Пароль в эту комнату 4 лысых мужика. 4 лысых мужика. Жека, ну лысый, башка лысый. Да, понял. Ведьма, Жека, ведьма, ведьма. Ой, твою мать, ведьма. Давай, убивай ее, убивай. А что, она слишком сильная, Жека? Давай, убивай ее, давай, быстренько, быстренько, убивай ее. Да какого черта? Да тупая ведьма. Я не могу ее убить теперь вообще. Давай, 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 бей, бей. Да бьется, все, бьется. Да не бьется. Да бьется, вот я могу ее убить. А во, ударилась. Давай, не давай, могу, же, давай, давай, давай. Через давай. Раз бьется твоя давай, ведьма. Давай, давай, давай. Да сдохни ты. Убей, убей, давай, давай, Жека, давай, убей. Ай, ай, давай, ой, давай. О, что там выпало? Еще, так, еще. Так, выпало амулет волос. Амулет волос. Кидай вот все ингредиенты, иди сюда, Жека. Кидай ингредиенты. А тебе что там? Да там ничего пока нету. Кидай ингредиенты. Все, 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 и тебе нужно прочитать заклинание. Прям. Давай, танцуй возле костра, возле котла. Хай-ля-ля, хуй-ля-ля, что тут? Волосы придите, волосы не уходите. Не хочу быть Стефаном, хочу быть волосатым. Волосатым. О, Жека, смотри, у меня какое-то зелье появилось, наверное, для тебя. Это для тебя? Да, это, наверное, для тебя, Жека. Тогда не надо. Мне кажется, у тебя волосы появились, да? А ну, иди в зеркало посмотри, иди в зеркало посмотри, Жека. Вот а там зеркало. А ну там есть что-то. А ну. Что-то там никого нету. А там Стефан, смотри же. Жека, зайди, Стефан, Стефан, Стефан. Ой-ой, куда ты побежал, Жека? Куда ты побежал? Пошел вон. Куда ты побежал? Ой-ой-ой, куда ты побежал, Жека? Куда? Куда побежал? Пошел ты нахер. Жека, Жека, ты понял логику? Не вернуть тебе своих волос. Не вернуть тебе, не вернуть. Я не вижу тут логики. Я... Тебе, Жека, не удалось. Ты всегда будешь лысым. Лысым 17 лет. А зачем ты мне карту взрываешь, Жека? Лысый Жека. Все взрываю. Ой, короче, Жека. Хоть ты меня называешь дедом пердуном, но у меня хотя бы волосы есть, понимаешь? А ты 17-летний лысый. У меня пока что тоже. Ты подожди еще годика два. Вот поговорим. Пока что, вот именно, пока что. Мне кажется, через годик у тебя уже лысая башка будет. Поэтому, Жека, будешь ты жалеть то, что... Убирай со своей карты. Ой, еле как выбрался. На скоро... свое ухо жри. Писи на свои, вот писи. Писи, вот все твое. Держи, ухо свое забирай. Да, да, да. Ой, Жека, радуйся, пока у тебя волосы. Хочешь встать? Не, не хочу. Все нормально. Доставай, доставай. Отдай мне стул, я тоже хочу стул. Я волшебник. Так, все. Так, садись ты уже. В принципе, ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Если вам понравилась эта серия с троллингом, пожалеем Жеку, потому что он скоро станет лысым. Ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, чтобы Жека никогда не был лысым. Чем больше лайка наберем, тем больше серии будет выходить троллинга. Да, Жека? Да, и, ребят, не забывайте писать ваши идеи для троллинга в комментариях. Мы читаем абсолютно все комментарии на самые интересные отчаи. Да, ребята, большое спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова, ребят.